Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, мы продолжаем гамуську и дальше. Что ж, ребят, у нас остался четвертый акт, типа того. Я так доволен был тем фактом, что затащил в прошлый раз, наконец-то, это подземелье. Только вот, по-моему, я так и не... Да, я так и не разгрузился, хожу с камнями. Фак, ну ладно, все равно сейчас игра... будет это, расчехляться, маленько прокашливаться по первости, поэтому пожалуй мы прыгнем туда, потом обратно, продадимся это дерьмо. Ой, извиняется, девушка, раннее утро как-никак. Вот, и это на то, на все, про все у нас уйдет время, игра до конца прогрузится, мы маленько разгрузимся от всякого ненужного нам хлама. Потому что, судя по загрузке, да, вот этой долгой, реально как бы имеет место быть тот факт, что он не до конца еще загрузился текстурки, потому что очень долгие экранные загрузки. Когда он подгружает и у него есть память, он, конечно, делает это чуть шустрее. Ой, ребят, еще раз извиняюсь. О, как же мало часов в дне, да, чтобы поспать. Однако. Ну ладно. Все время сравнивая эти картинки, не могу понять, что это такое. Жопа, что ли, у него вместо головы? Какой разрез. Какая-то срака. Типа демоны или кто они. Что-то из себя такое, да, представляет, либо то, либо то. Там башня, на которую мы попремся. Надо на... Окейшки, спасибошеньки. Все, тишина, замер. Задумался немножко. Нет, блин, реально, что такое? По-моему, что-то жесткое, а вот. Думал, сейчас это словит вылет. Welcome. Вот тебе и welcome. Так, ну кольцо холода в принципе. Мне не нать. Сигнально тоже. Урон молнии, стиль, вещи, эффект. Не знаю, поставлю пока сюда, но у меня просто шмотки нет. Нужны. Чё-то не хочет утаскиваться. Сюда. Призыв бури. Очередь. Так, токсичный дождь. Прикольная, конечно, навык, но... Так, сфера бури. Бах. Что не все погрузилось. Welcome. Так, что тут точнее? Камень. Возврат клин. Вестник агонии. Гордость. Пострадала только моя гордость, да? Клич сплочения. Оскорнение. Что это у нас? Сфера бура. Усиление удачи. Раскол. А вот они все, да, грузяшкались практически все. Она синенькая. I will see you again. Клик. Клик. Дрочильный камень. Слишком много дрочильного камня. Какое я мудрое, а? Столько камней мудрости. Чего-то тут одного нет. Порядок. Вон сюда обычно эту бумажку. Призму ко мне рез. Хэзэк выглядит. А не загрузилась. Поэтому понятия не имею. Так, ну естественно синих сокетов свободных у меня дома. Поэтому единственное, что мне приходит в голову вот этот переделать. Как вариант. Так.
Так. Что это качество флакона? Самоцветы. Качество лучится все со предмета. А вот число гнезд как раз таки то, что нам нужно, да? Рискнем здоровьем. Надеюсь, получится. Не ошибись, зеленый. Так, ладно. Количество. Так. Гнезд. Пробуем. Нихуя. О, СБС чутка. Четко. Прям вообще идеально. Прям то, что надо. Сразу два синих гнезда. Вообще. Шикарно. Что там у меня эти остались? Инфекция это. Сдать их нахер. И забыть как страшный сон. Welcome. Так, оп, великом. See you soon. Такая welcome. See you soon. Нет, я не собираюсь с тобой видеться в скором времени. Так, ну все, теперь можно, собственно, смело ехать до 4-го акта. И давать попу беды тут всем. Он сразу быстрее загрузился, потому что был готов к этому дерьму. Хоть ни хрена, у меня руки горят. Клевый эффект. Всякий стучи, не кастую полную жопу, он будет видеть. Понятно. О, вот это тема. Так, это у нас еще 6-й, даже 15-й. А здесь теперь отлично. Здесь заруба такая по-бырому. Что такое? Куда он меня ведет? Там же тупик. Ерунду мне какую-то, да? Втирает дичь какую-то. Не надо. Так. О. Кенчик. Че тут у нас? Опа, трупик валяется маленький. Маленький вонючий трупик. Камушек выпал, что-то новенькое. Камни что-то сыпятся в последнее время вообще. А вот, сейчас что-то было, да, еще же. Прикол. Так. Уу, больно. Вот что-то опять. Как будто это, да, и как будто это еще одна копия меня бегает. О, прикол. Уже не первый раз такая фигня. Я не сразу сначала понял, а теперь как бы это понимаю, что это за херня происходит. Воу, воу-воу-воу. Изи, мэн. Убийство не продавай. You are well prepared for the end. This is a fine capture. Здорово. Я рад за него, что наконец-то его кэпча. Кэпча. Так, ладно, пока что ничего не буду подобирать, говно все равно полное. Синькую тут можно брать. Он опять здесь зверей собирается ловить. Он горает. Бля. А вот эта херня, которую надо поймать. Так. Вот.
готово. Крепчебист. Мы зомби. Зомби. Как тут происходит? Вольфгейсинг. Так, что ему надо? Еще двоих поймать где-то. Он переедет. Басота. Еще один готов. Отлично. Ёлки. Бочка? Или чё? А не, херня какая-то. Выглядит только круто, а по факту говно. Чё, он опять со мной бегает? Ты на... Так, последнего осталось поймать. Несчастного зверюгу. И пока. Да, пока не вижу. Пусто. А, тут есть бок. Переход. Может. Да, туда меня приведет как раз таки. Да, вон. Карапузик. Карапузи. An exhilarating hunt, Exile. Now it is time for Einar to go to Einar business. Выполнил его любимое задание. Окей. Наловили ему медуз. Так. Однако, однако. У меня с маной поменьше стало. Вроде раньше больше было. Какая дискриминация. Странно. Видимо, из-за какого-то навыка. Просто я не обратил внимания сразу. Что его маленько затерло. Так. Отлично, на сюда. Страдая башня, кто, блин, такое догадался соорудить? Фига себе, китайские эти фонарики. Как-то странно. Какой-то выход есть. Что, это еще не все? Я думал, это все. Типа, ну сейчас все, я затащу там главного босса. И все, и, как говорится, в школу не пойду. Тут оказывается целая локация, которую нужно разгребать. Охренеть не стать. Ням. Неожиданно, если честно. И он есть зеленая, свободная, но для удара. Для физика. Квест закрыт печатью. Что, не могу его вскрыть. Пока что. Целых две локации. Как минимум, причем. Life will go on. Дальние карты. Подавай. Вырубки, да? Так, все с ними ясно. Тут сраная печать, наверное, надо как бы чем-то открыть. Чтобы открыть, нужно, видимо, пройти пару-тройку заданий и, естественно, наверное, не одну. Такое дополнительное, да, как бы пространство. Ой, что-то совсем голова не варит. Еще не проснулся ни хера. Наркоманил.
How do I keep ending up in such lovely places? Да, очень lovely places. Очень миленькое такое. Через... парочка несчастных. Сейчас поддохну. Оба. Отлично. Прикольно. О, это. Бося. Босямбус. Начинаю слабо. Блин, а чё он? Блин, он... Не, реально прикол. Умирает или чё? Хорошо. Главное, вроде дохнет, да, и опять появляется. Как так? Ну ладно. А вот, кстати, знамя. Для того, чтобы туда пройти. I vowed to care for this empire with my eyes open. I lied to my people. I lied to myself. Blinded by my lust for purity. I placed my faith. Здесь вроде такое, да, локация, то есть все она. Собственно, здесь и кончилась. Одной локой. I'm tired of mortal death and eternal damnation. Wow. I feel it now in my own corruption. I have failed you, my empire, purity. Do not forgive me, please. Сейчас завичигриним это место. Блять, оставляющий призрак хватает. Да? Какое-то говно. Так. О, нифига тут, короче, эпичных мобов. Мама, не горюй, да? Чили вообще прям жестко так. ХПшки, блядь, полбах и вниз все. Без вариков. Ну-ка. А, пойти забрать добро, нихера, просто только выпал с меня. Обалдеть, я не знаю, мне что-то траванули или что. Капец, жизнь просто вниз. Бух. Потекли рекой. По краю течения, что ли, или что-то в этом духе, как будто нанесли. Я немножечко сгуфился. Фига тут на этих мобах кач-кач можно устраивать хороший. Так, я шел, пирожок нашел, да, где-то вот здесь. Да, вот выше поднимался. Вот, тут я подох. Отлично. Другое дело.
отлично. Так. Ты еще живчик, я думал, они уже все сдохли. Хм. Ладно. Интересно, а здесь есть это такая пещера типа хаоса или еще какое-нибудь дерьмо в этом духе? Ну-ка. Может, там какие-нибудь камушки есть интересные, например, скверненные. Опа. Немножечко сдохли, это хорошо. Вот, она, кстати, вернулась в свое типа, обычное состояние. Было не круто, если честно. Понятно, что с ней. Мана, не болей, да? Мана, не болей. Так. Без мозга, реально мусорщик. Смотришь, что целый басот уже его товарищей положил. Я что-то посъел. Давайте, а он это за мной бежит. Да, реально безмозглый. Пускать надо. Когда ты видишь, что всех замочило, надо просто текать. А не пытаться геройствовать. Да, окей. Ну все, вроде здесь пусто. Можно это обратно текать. Там есть еще, конечно, чуть-чуть неизведанной области, но я думаю, что навряд ли там есть что-то, что я хочу найти. What is it, exile? What is it, да? What is this? Полный кольчуган. Перчатка нам. Боевое безумие. Лёпанный ремешок. May fear guide you. Так, что тут у нас? Какая-то сопля. О, сколько у меня камней, да, потом? Ну, про точку. Я люблю, если честно, как всякое хранить. В принципе, не знаю, понадобится, не понадобится, но я всегда храню. В больших объемах. Ух ты, свитки телепортации уже переполнились. Что-то новенькое. Если честно. Так, здесь я изучил эти, да. Что тут у нас некромонгеры? Требования не соблюдены. А, их надо открывать каждый раз. В этой битве. Блин, он закрывает маленько здесь в том области. Урон от молнии вот можно сюда вот прокачать дальше. Что тут? Скилл-удар. Взрыв фронта области. Пока вот сюда можно прокачаться, если что. Потом тоже вот приспешники здесь чуть-чуть прокачаются. Что не очень-то плохо. Так. Упс. Когда я маленько не успел. С чуваком перетереть. С небольшого подлагивания. Не совсем сразу понял, что я уже зашел. Вон там. Тасуни, оказывается, еще ждет меня. Такая типа, ой, ёба, сюда иди. Здорово. Бой-бой. Та-та. Бай-бай, та-та. Красное знамя, награда. Ё-моё, зеленый есть. Ух ты, голем льда. Блин, прикольно, конечно, у меня активных навыков-то особо нет. Ну, просто так поставлю, потому что его реально ни хрен нигде юзать.
хорошая музыка. Мобы, конечно, специфично подкрашены. Если фигачит прям точечно по мне. По этой причине он даже не ошибается на нанесение урона. Для полного счастья. Сундучок. Так, ехаем дальше. Эх там. Или не благ. Ржака. Ола. Всякое говно нападало. А, однако. Сундучок, сундучок. Открывай его, а там херня. Так, ладно, ехаем дальше. Странно, если что, тупик. Понятно, он еще туда, он есть рельсы. Наверное, мне туда. Наверное, мы не туда. Кто-то входит, скажем. Ни хера себе, меня просто положило. Обалдеть. Вот этими взрывами бах-бах-бах и все, короче. Очуметь. Я просто в шоке, меня просто бахнуло и все, и меня нет. Чух, и нет. Обалдеть. Непривычно, если честно. Обычно я хоть какое-то время живу. До этого вообще практически не убивали, а здесь тух и нет. Обалдеть. Реально. Наверное, сейчас приспешников пошли вперед. Сам не пойду своим пешком. Он опять меня рубинит. Сдох это, скотина. Так, отлично. У нас практически заполнен. Обалдеть, конечно. Положил меня только так. На лопатки уложил и все, и говорит, сейчас я тебя бить буду. Так, портал. Ай, тебе портал. Ага. Сейчас ты выходишь, кстати, надо будет. Типов на разведку. Тыпыхнемся маленько, раскидаемся и вернемся сюда. Так. Сразу ништяки сложить. Монету сейчас обменяем. Халат мага, херовый халат, в плане, что мало полезных дыр в нем. Так, ну, кстати, у меня и пророчество, сейчас тут же получим, и это говно раскидаем. Так, посох. Царь батьку посох, да? Clinging feet and tongue. No matter the color before, now the earth is green. Блин, она, конечно, настоящий капитан, очевидно, со своими предсказаниями. Одни и те же предсказания кастует, только так. Читает, как рэпчик. Another good find. This is the stuff. Что-то совсем понял прикол, может, не надо было на него кликать так. Я понял, что задание какое-то для него там надо брать это говна, этого нас немножко вести.
все неоднозначно. Главное, судя по шуму, там уже замес идет. Понятно. Какая-то шахта теперь. Которая, похоже, тоже буду типа трудиться. Да, зурит, пожалуйста. Вот куда-то туда-сюда. Сюда, сюда. А я не знаю, он в обратку не пустит. Шахта первый уровень. Да, благо. Я вернулся туда же. Это хорошо. Если честно. Сейчас еще там побегаем, потом за этой херней вернемся. Мобов здесь это нормально так. Ничего не скажешь. Всегда хреново туча, да? Так, ну последний залежим там в углу у нас. Сейчас мы разбегаем. Машина очищения. Так. Окей. Good find, Exile. Понятно. Ехаем дальше. О, как. Заруба. Ух ты, нормально. Сейчас накастуем, ребят. Шахты. Окей. Еще предлагают мне зайти в свою собственную шахту. Это уже потом. Надо потихонечку закругляться. Вова. Оба. Тоже неплохо. Бах, да, его так в задницу ужалили молнией по-быстрому. Какое-то скверненное место, судя по всему. А правда еще надо дойти, но оно есть. Опять тут стреляет. Не вижу, куда вот стреляет еще точечно. Так ведь и убить могут. Однако. Бирюзовый самый свет. Ладно, возьму. Хз, зачем он мне нужен? Ну возьму. Так. Да. Вот заскверненное место. Давненько я уж такие не заходил. Внутри находиться можно, снаружи только бьет. Типа. Окей. Плохо. Там тупик нет. Окей, ехаем вниз.
Вонью тянет, значит я близок к цели. Коли вонью тянет. Так. Отлично. Лучше издали херачить. И это не все, это даже не финальный босс. А убить. Судя по книжке. Пускай разбираются, я здесь устаю. Я стою. Так. Книжки сосут. О, ничего себе, тут тема нападала. Нормально так насыпали. От всей души, я даже сказал бы. Так, ну все, это херня зачищена, да, сама только шахта осталась у нас. Не изученная до конца. Так, забабахали парня. Еще один этого. Цель, по-моему. So many more trapped spirits in this place. I can feel them. Так. Тупая задачка решена. Что-то у нас тупик или что? Да нет, вроде есть он по железке. Такое, а? Дерзкий пацик. Типа дохера лучник. Все такое. А, здесь и не воссоединяется, да, где я проигнорировал. Вот. Пиздец, что творится. Так, тупик. Это типа босса, что ли, какого-то было? Гаси. Ну и дерьмо. Так. Пускай разбираются. Для этого я как бы и держу их, да, целые полчища. Пускай они тут за меня разбираются. Мазу держат. Надо нахуй. Опа. Кристальная жила. Блин. Времени вообще в обрез. Если не будет портала, то будет сракин. Опять сюда придется пешкарем потом бежать. Здорово. Так. Don't be frightened, little mountain. It'll all be over soon. Я так и думал. Что я немножко перезаполнюсь. Что там у нас? Зеленки какие-то у меня есть. Периодичный бросок, бросает защитную копию. Опять стрелы. Лесный покров. Неплохой такой, кстати, покров. Куча этих камушков есть. Вот куда, на которые можно. Неопознанный камушек.
Так. Попробую поменять сейчас себе вверх. Вот нахуй. К сожалению, не моя тема. Что-то клетка. Нет, не подходит. Надо нажать и попробуем, конечно, снять, инкрустировать все это изобразие сюда. Ладно, позволяет, да? И продать. Было клево, конечно, не гулять, но пришло время поменять. Однако. Так. Сколько ништяков я насобирал. Так, нормально так. Натрёс. Так. Опять же отсюда, сюда. Угу. Пока так. Видно будет. Дешрет has ascended and may fear guide you. Ошибись. Я думал, она мне что-то хочет дать, подарить. Она такая. Fear guide you, мазафака. I felt it. О, мужик, другое дело. Shall be rewarded. Красавчик. Подогнал мне книжульку. Так, огнеход нет. Ледоход нет. Грозоход, вот. Самое то. Так, эти мудилы вверху ничего не хотят мне сказать или подсказать. Нет, не хотят. Все ясно с ними, они плохие, нехорошие тетки. Посох наш. Наконец-то у меня шмотка сменилась. Тут все время в одной тоже бегаю. Как-то уже приелось местами. Однако. И мобов 36. Так, здесь тоже три штуки надо поставить, чтобы он типа кайфовал. Так, ладно, что-то у нас немножечко. Понятно, это просто обычная шахта, может просто тупо затащить, к сожалению. Буквально времени. Вроде хочется добежать до конца, но, блин, я понимаю, что я опаздываю, мне уже одеваться давно. Где там даже спросить надо будет. А в идеале уже ехать. Фак. Что делать, как быть? Что за херня стоит? Нифига там. Тусовку у ребят. Ух, блять. Я не думал, что это убьет меня. Я думал, это так приколюха какая-то. Ладно, ребят, пожалуй, все-таки я прекращу. Дальше потом побегаем уже в следующей серии. Вот. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.